Приветствую всех, друзья, вы на канале FrontBet. У нас лига конференций. Лига конференций УЕФА. Классный матчик такой на 21 июля, друзья мои, для вас я приготовил. Это казахстанский клуб Кайрат и Кишварда. Кишварда, честно, не знаю, кто это, что это, откуда они. Напишите в комментариях мне, я сколько уже занимаюсь этой сферой деятельности, беттингом, я не понимаю, не слышал я такого ни разу. Итак, друзья, какую же контору выбрать для ставок, чтобы было все безопасно, чтобы вы доверяли своей БК, не переживая о том, что за ночь у вас урежут счет или еще что-нибудь произойдет, какой-то казус. Друзья, я в ставках больше 10 лет, я перепробовал многие БК, я остановил свой выбор, свою точку зрения. Сейчас я вам выскажу, на какую БК. Это БК Malbet, российская, официальная, легальная, бояться нечего. Сумасшедший крутой бонус 19500 на ваш первый бонусный депозит по промокоду «бонус твой». Ссылочку найдете в описании под этим видео. И еще отдаю свое предпочтение БК 1win. При регистрации они дарят бонус до 20 500 рублей, а за скачивание приложения вы получаете 5000 рублей. Друзья мои, дерзайте, ссылочки в описании под этим видео и ссылочка в закрепленном комментарии. Кишварда. Ну, надеюсь, ребята умеют играть в футбол, потому что Кайрату нужен соперник. Кайрат — очень сильная победа. Привет Казахстану, друзья мои. Кстати, не забывайте про наш телеграм-канал, ссылочка в описании под этим видео, обязательно переходите, нас там уже больше 7100 человек, подписывайтесь, с утра до вечера провожу там лайв, бесплатные экспрессики, иногда выкладываю частенько, и ЖБ по линии больше прогнозов, в общем, там у нас ссылочка в описании под этим видео. Ну, по поводу матчика, друзья мои, Кайрат, кстати, недавно, кто за мной следит, кто в телеграм подписан, именно на Кайрате мы поймали два сочных коэффициента, 1.6 и 3.8, друзья, 3.2, извиняюсь, именно на Кайрате. Кубковая игра была, не помню, с кем Кайрат играл, я сразу взял индивидуальный тотал Кайрата больше 1.5-2. Кайрат забил, по-моему, 3 гола. Отлично, просто разнесли мы БК в этот день. Так что ссылочка на телегу в описании. В этом матче, друзья мои, я отдаю свое предпочтение, естественно, опять же, Кайрату, друзья мои. Но не может он уйти отсюда без голов, тем более с Кишвардой. С Кишвардой. Давайте поддержим мое мнение. Индивидуальный тотал Кайрата больше 1 за 1.52. Такой стабильный, стандартный, четкий коэффициентик. Можно куда-то в прессик запихнуть его и поднять баблишко. Оставайтесь с нами.